проникать сквозь заслон любой, сквозь заслон любой. Нежной быть, нужной стать, всех в сторонку оттирать тихой добротой, сладкой добротой. И отмычками звеня добралась ты до меня. Хочешь добычи, ищешь добычи, ты как обычно. На тебя я не в обиде, но скажу тебе изыди. Жизнь моя, моя есть, и в нее... Всем еще раз здравствуйте, как настроение? Слушайте, ну давайте для знакомства попробуем спеть все вместе. Я надеюсь, что песню помнят и, может быть, даже любят. Песня про нашу замечательную питерскую погоду. Кстати, нам сегодня невероятно повезло. Вы не под дождем, мы тоже. Песню эту в Питере почему-то называют «Песней пьяных синоптиков», но у нее другое название. Звучит она приблизительно так. Ты моя летняя зима, мое зимнее. Вместе с бандой. Поехали! Твист давай! Еще давай! Еще хочу! Эту милую картинку ты придумала сама, сотворить ее не смог. Ты считаешь на картине нарисована зима, а мне кажется серебряное лето. То ли снежная поляна, то ли озеро в лесу, напоенное туманом и прохладой. Ты еще меня с собою в уголочке нарисуй, впрочем, больше ничего уже не надо. Твист это что так? Помните фильм «Криминальное чтиво»? Смотрел кто-нибудь? Да! Прям в один кинотеатр все ходили, смотрел. Помните, что делать надо? Давайте попробуем, раз помните. Давайте, правая ручка. Левая. А что дальше? Дальше называется нырочек. А потом волна. Давайте еще разочек соединим. И правая. Левая. Нырочек. Волна. Попробуем то же самое под музыку. Поехали. Давай. Приготовились. Левая.
теперь другая. Не провожу ночей без сна, сам себя ругая. Быть мой налажен, как часы, проданы размеры. Только как силы мерен я, всем про счастье вру. Нет.
Как-то мало у нас народ танцует. Все кашу пошли есть. Здравствуйте. Я на сбалансированном питании. Ну, я надеюсь, сейчас все потанцуем вместе. Поехали. Я вас всех хочу пригласить на дискотеку 80-х, 90-х, потому что сейчас вот будет самое то. Как говорится, тряхнем стариной. Но трясти будем осторожно, чтобы старина не отвалилась. Поехали, танцуют все!
Спасибо огромное, спасибо. Букет под названием «Вам пора». Спасибо огромное, дорогие мои. Ну, я, конечно же, хочу команду нашу замечательную представить всех. У нас очень легко, потому что у нас всех музыкантов зовут Эдик, но это мальчиков. Девочек тоже назвали бы Эдиками, никто бы не путался уже. Ну так у нас девочка Ира и девочка Даша. Замечательные наши девочки, хорошие. Но вот абсолютно Эдик, не перепутаешь. Гитара, да. На клавишах у нас тоже Эдик, не поверите. А на бас-гитаре у нас тоже Паша. Я знаю, что у нас Паша на бас-гитаре. И на ударных у нас тоже Рома. А у нас еще звукооператор, которого я редко представляю, но сегодня он заслужил. Вася. Василий сделал нам замечательный звук. Буквально из хорошей аппаратуры. Осторожно, здесь провода и электроток. Вы же не сироты, дети? Ну-ка к родителям, быренько. Вечная любовь, верны мы были ей. Но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно рыданье без конца, как поцелуй. Но видит Бог, надеюсь, что когда увижу вновь эту мою. Любовью к вам, группа Пин-код.
Я не знаю, как мы вам, вы нам очень понравились. Спасибо вам за этот концерт. Спасибо искренне, спасибо. Спасибо огромное, спасибо.